Я не буду вспоминать греческие мифы об алмазах, слезах богов, не буду разбирать легенду про долину алмазов, которые охраняют змеи и которые похищают с помощью орлов. Об этом писали и византийцы, и китайцы, и арабы. Я говорю алмазы, потому что бриллиантов в те времена еще не было. По-русски неограненный камень называется алмаз, ограненный бриллиант. Он брий, блестит. Я говорю про современные мифы, которые обогащают нечестных и приносят ущерб честным. Миф первый. Якутские бриллианты самые хорошие. Неправда. Якутские алмазы довольно хорошие. Помните разницу между бриллиантом и алмазом? Качество алмаза показывает средняя цена за карат. Самые дорогие в Намибии примерно $290 за карат. В Анголе 275, в Сьерра-Леоне примерно $200 за карат. В Якутии примерно $90 за карат, что, конечно, гораздо дороже, чем в Австралии. За них не дают и $10 за карат, но все-таки не самые дорогие и, значит, не самые хорошие. Миф второй. Российское качество огранки самое хорошее. Неправда в квадрате. Советское качество огранки по советским ГОСТам было самое хорошее в мире. Сейчас качество бывает разное. Хорошее и отличное качество в основном отправляют на экспорт. Подавляющее большинство камней, продающихся на территории России, имеют среднее и, извините, плохое качество огранки. Миф третий. Посмотрев на бриллиант, ювелир может сказать, откуда он. Неправда. Нет никакой разницы между якутским, африканским или австралийским алмазом. По ограненному камню определить происхождение невозможно. Можно с большой долей вероятности определить место огранки. Единственная компания Rio Tinto гарантирует покупателю информацию о стране происхождения, шахте и месте огранки. 100% продажи Rio Tinto проходят через Антверпен. Отсюда они поступают в филиалы в Бомбее и Нью-Йорке. Миф четвертый. В Израиле или Антверпене мы зашли на биржу и прямо вот там купили это колечко. Вход на биржу только для ее членов. Если вы член другой биржи, вы можете зайти на эту в сопровождении члена данной биржи. Не член биржи не может зайти ни при каких условиях. Ну, представьте себе сами. Сидят специалисты, знают друг друга по 20-30 лет, обсуждают миллионные сделки. И тут заходит турист в шортах и сандалиях и просит продать ему колечко. Ну, абсурд. И самое главное, на бирже не продают ювелирные изделия. Представьте себе биржу по продаже акций нефтяных компаний. Вы же не ходите туда прямо в зале заправлять машину дешевым бензином. Миф пятый. В Амстердаме мы купили бриллиант прямо на гранильной фабрике. Давайте разберемся. Книги Эдди Влесдрагера покупали и читали все специалисты по бриллиантам. Это если не Библия, то по крайней мере одно из четырех Евангелий. Уже в издании 97 года нет упоминания Амстердама как гранильного центра. Упоминается Антверпен, Соединенные Штаты, Израиль, Россия, Китай, Индия. Там говорится про Таиланд, Филиппины, Цейлон, Германию. Нет там упоминания Амстердама. По его мнению, в Амстердаме нет гранильных мастерских. Последняя, мол, закрылась в 50-е годы прошлого века. Надо же, какое невежество. А ведь занимал высшие посты. Туристов умело подводят к покупке. Дают бесплатные билеты на кораблик с условием в конце зайти в магазин, который называется «Гранильная фабрика», а мог бы называться «Яхонт» или «Рай». Бриллианты привозятся из Антверпена. Насколько возрастает при этом цена, считайте сами. Кстати, добавьте туда стоимость билетов на кораблик, и для тех, кто купит, и для тех, кто не купит, и зарплату ряженых, которые изображают процесс огранки. Миф номер 6. Черные бриллианты стоят дороже белых.
В России черные бриллианты стоят дороже, чем белые. В Антверпене, через который проходят 80% всех камней мира и во всем мире, черные бриллианты стоят существенно дешевле, чем белые. Можно определить качество бриллианта в кольце прямо у прилавка магазина. Это миф номер 7. Во-первых, практически невозможно определить качество бриллианта в изделии. А можно ли определить самостоятельно? Я этому посвящаю отдельный выпуск. Вкратце, это как перебрать автомобильный мотор по инструкции, если вы никогда не открывали капот. Миф номер 8. Прямо в магазине, на бирже, на фабрике, в гранильной мастерской нам выписали сертификат. Сертификаты может выписывать только независимая лаборатория. В мире существует 3 настоящих сертификата, которые признают ювелиры всего мира. ЖИА, HRD и ЖИИ. Лучше запомните 2. ЖИА, HRD. Нужно четко понимать. Либо вы покупаете бриллиант с сертификатом независимой лаборатории, либо с бумагой, написанной заинтересованной стороной. В первом случае вам покажется, что цена высока, выбор будет гораздо меньше, а во втором, ну о каком качестве можно говорить, если школьнику самому предложили оценить свои знания? Представьте, вам на базаре предлагают кусок мяса за 20 рублей и, показывая непрозрачный мешок, говорят, что здесь мясо гораздо лучше и стоит всего 10 рублей. Какое из них вы выберете? Учтите, что ярлычок, который прикрепляется к изделию с бриллиантом в России, вообще не является сертификатом. Там нет никаких данных о том, кто изучал камень, а есть лишь мнение продавца. Ну и цена. О сертификатах я расскажу в следующий раз. Миф номер 9. Цена бриллианта зависит от его веса. 2 одинаковых по весу, чистоте, цвету и качеству огранки бриллианта будут одинаково стоить в одном и том же магазине. А вот разница между магазинами, городами, странами очень существенна. И зависит она прежде всего от количества посредников. Например, в Бельгии самые низкие цены на бриллианты в Антверпене, а вот цены в Брюсселе, Генте или Брюгге такие же, как в Берлине или Париже. Что непосредственно влияет на цену бриллианта объективно, я рассказываю в другом видео. Нужна консультация? Позвоните или напишите. Консультация бесплатна. Мне жаль, если мои слова разочаровали кого-то, но лучше узнать до совершения ошибки, а не после. Если вы хотите узнать больше про бриллиант, подпишитесь на канал. Если вы считаете, что кому-то еще может пригодиться эта информация, перешлите ее.